наших предков не могли покорить. Знаете почему? Потому что не было страха. Ни перед смертью, ни перед чем. Потому что страх, они боялись, знаете, одного чего? Только одного. Сломаться, то есть проявить слабость. Вот этого не боялись. Потому что если они сломаются, они прекрасно понимают, что они потеряют себя, потеряют свое будущее. Поэтому они не боялись умереть, когда нужно было. И знаете, очень мало умирало, потому что когда человек не боится смерти, его убить сложно. Боятся только, убирают тех, кто в душе трус, он уже мертвый перед тем, как еще битва началась.